Я болею за Трампа по очень простой причине. Трамп в конечном счете поддерживает американских производственников. Я вообще рассматриваю большую часть нынешней мировой политики как разнообразные и разнобезобразные формы противостояния производственников и торговцев. Причем я в этом противостоянии на стороне производственников. И, на мой взгляд, Трамп поддерживает производственников и довольно активно борется против группировок, так или иначе связанных с торговцами. Поэтому я болею за него. Но в последние несколько десятилетий внутреннее устройство Соединенных Государств Америки, чем дальше, тем больше, переделывается в интересах торговцев. Дело тут не только в выводе значительной части производств в регионы с дешевой рабочей силой, но были и многие внутриполитические перетасовки, подкрепляющие так или иначе эти то, что необходимо для обеспечения этого самого вывода производства. Поэтому боюсь, что сейчас, хотя Трампа поддерживают те, кто полезнее для страны, но их не так много, чтобы гарантировать его победу. Поэтому я, хотя и надеюсь на победу Трампа, но совершенно в ней не уверен. Единственное, что могу сказать, когда предвыборная кампания только-только начиналась, многие говорили, Трамп единственный кандидат, у которого единственный республиканский кандидат, у которого родом может выиграть. Ну, мы знаем ее больше по фамилии мужа, Клинтон. Я же тогда отвечал, вы судите по опросам общественного мнения. Да, в данный момент общественное мнение действительно повернуто в пользу родом. Но Трамп самой своей политикой влияет, самой своей агитацией влияет на общественное мнение, и по мере того, как он ведет кампанию, общественное мнение поворачивается в его пользу. Сейчас это видят уже все, и многие специалисты отмечают, что по мере развития кампании позиции Трампа усиливаются, позиции родом слабеют. И я надеюсь, что эта тенденция продолжится, и в конечном счете Трамп все-таки победит.